Ребята, всем привет! С вами Виталий Кихнатюк. И угадайте, что у нас сегодня будет? Конечно же, Гомункул! Вот он! Погнали разбивать! Мне уже не терпится, что там внутри! Так, будем разбивать наше яичко целенькое. Так, что здесь? Фу, блин! Фу! Посмотрите! Что-то! Что-то такое! Посмотрите, сколько у него глаз! Ребята! Смотрите, ребята, что это за существо! Нереальное! Смотрите, в нем три глаза. Смотрите, как он рассматривает. Смотрите, смотрите. Смотрите, как он рассматривает все. Смотрите, как он смотрит. Вау! Это что-то нереальное. Смотрите, смотрите! Вау! Что-то! Вообще ни на что не похоже! Как он смотрит! Смотрите, как он глазами шевелит! Два нижних каких-то! И один здоровый! Блин, прям тебя насквозь видит. Вау! Что это за существо? Ребята, я в шоке. Смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите, как он этим глазом. Смотрите, смотрите. Вау! Ничего себе! Ребята, вы видели что-то подобное когда-то в своей жизни? Я нет. Посмотрите, ребята. Вау, это нереальный гомункул. Посмотрите, какие у него шипы, ребята. Мягкие еще. А! Как все рассматривает. Что это за существо такое? Трехглазное. Это уникально. Смотрите. О, и эти глаза активные. Посмотрите, три глаза в гомункула. Ребята. Да и смотрите. Как он рассматривает. Гомункул. Гомункул. Он боится. Гомункул, я боюсь его потрогать. Он боится. Посмотрите, посмотрите. Опа, как он боится, ребята. Это что-то фантастическое. Я видал такое в фильмах только. Про космос, про всяких существ. Посмотрите, какой гомункул, ребята! Трехглазный! Все, не трогаю тебя, гомункул. Он безобидный. Но у него есть такие вот шипы. Защитные. Как смотрит. Все, не трогаю тебя, гомункул. Как он рассматривает окружающую среду. Ему интересно очень. Он, наверное, видит нереальное у него зрение вот этим одним глазом. Гомункул. А, боишься? Гомункул.
Этот уже не страшный, ребята, гомункул. Этот прикольный. Мне он нравится. Смотрите, как он шевелит хвостиком. Вау. Это самый прикольный гомункул. Ребята, если вам нравится, ставьте лайки. Смотрите, смотрите, что он делает. Смотрите, смотрите, что он делает. Он радый. Он освоился уже. Смотрите, смотрите, как он двигается уже. Оп, оп. Смотрите, смотрите, как он шевелится. Это уникально. Смотрите, 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 что он делает уже. Вау, гомункул. Смотрите, как он рассматривает. Как он смотрит все. Смотрите, смотрите. Смотрите, как он ползает. Блин, что мне с ним делать? Он, видно, любит воду, я его выпущу. Попробуем, как он плавает в воде. Гомункул, я ему сейчас дам что-то покушать. Кусочек мяса. На, гомункул. Смотрите, смотрите, как он кушает. Смотрите, смотрите. Смотрите, как он ест. Он жует это мясо. Смотрите, смотрите, ребята. Вы видите это? Смотрите, смотрите. Он проглотил. Там какие-то щупальца у него есть. Вау. Вот он нереальный. Сейчас дадим еще ему кусочек мяска. На, гомункул. На еще кусочек мяска. Смотрите, смотрите, ребята. Это же нереально. Как он ест. Смотрите, смотрите, как он смотрит. Смотрите. Как он ест прикольно. Смотрите. Вау. Смотрите, смотрите, как он ест. Съел и смотрит, еще хочет, наверное. Вот это гомункул. Ребята, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу. Всем пока. До новых гомункулов.